Это история моего детства. Я Джанет Паттерсон Фрейм. Родилась в августе 24-го года. Моя сестра-двойняшка умерла через 2 недели после рождения. А как твое настоящее имя? Настоящее Джанет. Джанет. Красиво. Но чаще меня зовут Джин, Пупсик или Рыжик. Это из волос? Да. Чистота сродни благочестию. Слушай, ты когда мылась? Вчера. Правда? Я вчера мылась. Что ты мыла? Руки. Задание на дом. Сочинить стишок. Запишите. Солнышко заходит. Ускользает день. Да. Это будет начало стиха. Боже, весь измазался мелом. Все это записали? Хорошо. Солнышко заходит, ускользает день. Коснулась неба вечерняя тень. Птицы на ветке устала летать. Значит, и нам пора отдыхать. Звездочки с неба смотрят в окно, послушные дети в кроватке давно. Как моя малышка? Что ты принес? В какой руке? В обеих. В обеих. Держи. Напиши новые стихи. Джин Фрейм. Поздравляю, Джин. Спасибо. Волшебные сказки братьев Гримм с цветными иллюстрациями. Двенадцать принцесс. Это Миртл. Да. Что ты бросила в воду? Аспирин. Этим ее не вернешь, Джин. Знаю. С аспирином цветы дольше стоят. Дорогой мистер Арденю, сегодня я плакала в классе, когда мы читали «Школяра-бродягу». Это мой идеал. Я решила, что не буду учительницей. Я буду поэтом. Привет, Пушистик. Твоими волосами нужно что-то делать. Распрямить их. Или заколоть, чтобы стали гладкими. Или намазать чем-нибудь. Проспера. Прекрасно. Кто же остался духом тверд, сумятицы? Кто сохранил рассудок? Ариэль. Никто. Все обезумели от страха и начали бессмысленно метаться. Послушаем Чайковского. Привет, Юнис Мэри. Как вам мои помидорные носки? Мило. Необычно. Необычно? Трудно было проглотить столько таблеток аспирина? Нет. Я запивала водой, они сами проскальзывали.
У меня шизофрения. А что это? Деменция прекокс или шизофрения. Постепенное помрачение рассудка. Неизлечимо. У меня была собачка. Я ее звали Спот. У меня была собачка. Я ее звали Спот. У меня была собачка. Я ее звали Сиклиф. Спот. У меня была собачка, ее звали Спот. У меня была собачка, ее звали Спот. Готова? Закрой глаза. За эти 8 лет меня 200 раз лечили электрошоком. И каждый раз это было страшнее смерти. Как ты думаешь, они отсюда выйдут? По-моему, если попал туда, то уже не выйдешь. Я принесла твои книги. Молодец, Джанет, прекрасно. Их напечатали. Но где моя фотография? Это не так важно. Где моя фотография? Слушайте, самое главное, что вы автор. Больше я никуда тебя не отпущу. И в дурдом ты не вернешься. Ко всем этим психам. Папа, это же был мой личный дом отдыха. Можете пожить здесь. В домике есть кровать и стол. Все готово. В городе писать невозможно. Но мне надо искать работу. Зачем? Вы писатель. Живя мечтами год от года, грубеют души и сердца. Вражда важнее для обихода, чем жар любви. Мы парим в волнах эфира в час, когда тревоги мира отравляют сон людской. О, малыш, идем скорее в край чудес, в долину фей, заманящей песни вслед. Ибо в мире человечьем слишком много слез и бед. Папа, до свидания. Bon voyage. Bon voyage. Ты летних дней тревожишь сновидений. Ты будешь средиземную волну, когда под звуки собственного пения она припоминает старину и нежит древних замков отражения и предается ласковому сну. На ваши книги хорошие отзывы. Даже очень хорошие. А теперь вы должны написать бестселлер. Вот что я вам предложу. Я дам вам квартиру. Дадите? Да, хочу, чтобы вы там писали следующую книгу. И не забудьте, в следующий раз приезжайте на Роллс-Ройсе. Жизнь прекрасна, Джаспер. И день, и ночь прекрасны, Джаспер. Солнце, луна и звезды, брат, все прекрасно. А еще ветер в долине. Кому захочется умирать?